перш, чем трапить у гэты телевизийный проект, Виктор Шишко прошел отбор сярод 2000 человек. И у суперфинале стал одним из 7 лепших. Его номер с вентилятором никого не покинул обаяковым. У телешоу иллюзионист поуставал перед публикой то Воландом со знакомитого твора «Майстер и Маргарита», то графом Дракулы. За гэта отримал репутацию самого таямничшего удельника. Задача была, конечно, не посоревноваться с другими участниками. Задача была посоревноваться с самим собой. И мы специально для этого проекта подготовили абсолютно новые номера. Я был единственным иллюзионистом на этом проекте, то, в общем-то, нам пришлось хорошенько постараться, чтобы оправдать возложенное на нас доверие. Проект завершился. Зараз иллюзионист вернулся до дому отпочивать и рыхтовать новое, не меньше яскравое шоу. Андрей Шуляк, Алена Соловьева, новини региона.